GTA 5, GTA 5 онлайн, различные игры, Counter-Strike, Minecraft и многое другое. Также куча подкастов и интересных новостей вы сможете найти на канале Single Interactive. Поэтому заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию рубрики «Без модов», где сегодня вместе с вами мы будем создавать настоящего работающего робота-копателя. Да, и все, что вам понадобится, это просто версия Майнкрафта 1.9. И это команда, которая уже находится в описании. Любой из вас может зайти ее, скопировать и также вставить ее в ваш обычный ванильный мир Майнкрафта. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы не поленитесь и поставите лайк на вот это видео. Каждый ваш лайк — это большая поддержка меня и большая мотивация мне, чтобы записывать новые видео, не сдаваться и продолжать, ребята, вас радовать. Вы себе не представляете, как это для меня важно, поэтому за каждый ваш лайк, ребята, я всем вам жму руку, вы большие молодцы, я еще вас больше буду любить, ребят, потому что это действительно для меня очень важно, всегда это помните. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик меня как друг. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков. И также, ребята, можете поделиться этим видео со своими друзьями. Я буду очень благодарен, если вы, допустим, сделаете репост этого видео ВКонтакте. Да, это будет очень круто, ребята, чтобы больше людей узнало, как же нам создать настоящего робота-копателя. Да, а сейчас, ребята, мы, в принципе, будем сразу же приступать. Давайте я включу утро. Да, чтобы нам намного виднее все было. И знаете что, ребята, в первую очередь нам нужно выдать себе командный блок. Тут я уже приготовил рецепты, которые нам будут нужны. Но в первую очередь, ребята, мы выдадим себе командный блок, который выдается с помощью вот такой небольшой команды. Вот так, give Minecraft command блок. И все, ребята, запомните. И больше меня не спрашивайте, Эдисон, как выдать себе командный блок, потому что выдается он вот так. Нажимаем выдать. И, допустим, ну... И сейчас, ребята, нам нужно поставить командный блок. Неважно, куда его ставить, давайте, допустим, поставим его вот сюда. Нет, не вот сюда, а вот, да поднимись уже. А вот сюда мы его поставим. И нам нужно писать вот эту команду, ссылочка на которую уже находится в описании. Переходите по ссылочке и копируйте вот эту команду. Да, ребята, и вставлять ее в ваш обычный мир Майнкрафта. Тут нажимаем Always Active для того, чтобы команда сама себя установила. И вам не нужно было подтверждать установление, допустим, рычагом, кнопочкой или другими способами. Нажимаем Завершить. И смотрим, как наша команда устанавливается. Ждем, 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 пока она полностью установится. Крыша появилась, значит, команда полностью была установлена. Тут в любой момент вы можете... Сейчас давайте я возьму вот эти рецепты. В любой момент вы можете включить вот эту команду и также выключить вот эту команду. Да, ребята, потому что... В любой момент вы можете выключить лаги вашего мира Майнкрафта. Да, ребята, потому что, как обычно, команды и блоки — это лаги. Поэтому вы можете включать и также выключать. Тут вы можете удалить вот эту всю построечку. А тут вы можете узнать рецепты, которые вам нужны для того, чтобы скрафтить необходимые вам вещи для того, чтобы установить вот этого небольшого, маленького и милого робота-копателя. Да, ребята, ну что, будем приступать. В первую очередь нам нужно сделать самого... можно сделать самого робота-копателя. Что нам понадобится? Нам понадобится одна вагонетка уже с воронкой. То есть, как вы видите, вот тут у нас есть обычные вагонетки с сундуками, с печками, с динамитом, а тут у нас есть... Конечно же, вагонетка с воронкой. Выкидываем одну алмазную кирку. Также выкидываем и выкидываем 16 поршней. Выкинули, и как видите, у нас крафтился робот. Робот-копатель. И сразу же мы крафтим сундук для робота-копателя. Хотя знаете что, давайте я сначала поставлю вот этого робота, допустим, вот сюда. Вот такой у нас небольшой робот-копатель. Как видите, что у него тут есть? Вагонетка, которая позволяет ему двигаться, да, чтобы передвигаться туда, куда нужно копать. Также у него есть тут воронка, пока что не сундук. Это пока что не сундук, а воронка, чтобы складывать сюда ресурсы, которые он будет добывать. И также, как вы видите, две алмазные кирки. Что очень странно, мы же вроде для крафта выкидывали только одну алмазную кирку. Но почему-то у него присутствуют две алмазные кирки. Я не знаю, как это сделано и почему так, но, допустим, будет вот так. И робот у нас сейчас находится в режиме ожидания. А если человеческим способом объяснить, то у него просто-напросто нету топлива. И он ждет, пока мы его заправим. Но мы пока что подождем. Мы его пока что заправлять не будем. Почему? Потому что нам нужно сделать станцию для того, чтобы... станция сбора ресурсов. Вот такое коротенькое название. То есть, давайте я вам нормальным путем объясню. Выкидываем одну воронку и также выкидываем один блок редстона. Выкинули, и как вы видите, у нас появился, как это, ну...
воронка копающего там робота, да? Но смотрите, что это такое. Мы ставим один сундук, вот так, нет, вот сюда ставим один сундук, и на вот этот сундук мы ставим вот эту воронку. И все. Как видите, у нас тут даже эффекты небольшие есть. В чем заключается суть этой воронки? Вот смотрите, робот будет копать, 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 копать. Но когда-то у него же тут закончится место. И в принципе, если он будет копать, то он будет копать ресурсы для вас. И вам же нужно забрать у него вот эти ресурсы, да? Поэтому, как только у него тут все забьется, как только у него тут будет фулл ресурсы, и он уже больше не сможет их собирать, он автоматически пробежится к нашему сундуку, к нашей воронке, сядет сюда и в какой-то степени через задний проход, потому что будет действительно казаться то, что он прям какает, будет выкакивать ресурсы, которые он уже насобирал в эту воронку, конечно же через воронку, это все будет перекидываться в сундук, и в этом сундуке вы также сможете забирать уже ваши ресурсы. Да, ребята. И потом, после того, как он все ресурсы выложит, он обратно пойдет на то место, где он закончил копать. Да. Очень просто и очень нафиг полезно, потому что это действительно очень полезно. Очень. И это вам действительно, ребята, прям пригодится. Не знаю, да в любом Майнкрафте, выживание, не выживание, даже в каких-то там сборках, сезонах это действительно будет очень даже полезно, да. Но нам нужно заправить вот этого робота маленького, чтобы он работал на протяжении 90 секунд, нам нужно выкинуть на него один блок угля. Вот так. И смотрите. О, как это круто выглядит, как это круто выглядит, как он копает, нафиг, этот робот действительно копает, и да, он будет копать на протяжении 90 секунд, после того, как 90 секунд пройдут, он остановится, потому что у него просто опять не будет хватать топлива, то есть, судить, нам нужно 9 угля, для того, чтобы скрафить один блок угля, кинуть в этого робота, и он начнет работать за вас, а вы просто будете смотреть, отдыхать и наслаждаться тем, что за вас работают. Но вы можете также кинуть еще один блок, добавить еще 90 секунд, кинуть еще один блок угля, добавить еще 90 секунд, и так он у нас уже будет работать в 3 раза больше. Поэтому, ребята, вы сразу можете кинуть на него стак, и он будет там фигачить, не знаю, неделю, да, или больше. Как видите, он копает 3 на 3, то есть 1, 2, 3, 1, 2, 3, вот такие туннельчики, и это офигеть как круто, смотрите, он копает, да, как видите, он копает, он добывает все ресурсы, а пока что тут еще ничего нету, но как вы заметили, этот наш робот выкопал немного угля, которые были вот тут, да, и он не забабахал себе этот опыт, он его не спрятал, он этот опыт телепортировал в близость к этой воронке, это сбор всех ресурсов. Как видите, он телепортировал вот сюда опыт, и этот опыт мы можем подойти к воронке и забрать в любой момент. И как видите, когда он будет уже полностью забитый всеми пятьма вот этими различными ресурсами, он автоматически телепортируется вот сюда. И как я говорил, в какой-то степени будет какать этими ресурсами, потому что действительно выглядит, как будто он какает ими. Как только он выкакает это все сюда в воронку, и воронка перенаправит вот это все в этот сундук, он автоматически тпхнется туда, куда нам нужно. А точнее, он опять с этого места продолжит копать. И разве это не круто, ребята? Робот установили, потратили немного ресурсов, закинули его куда-то в шахту, и он будет копать до бесконечности. До бесконечности. Да, ребята, это действительно так. Главное кинуть нормальное количество угля, чтобы всегда хватало топлива. Да, ребята, поэтому это очень даже круто. Уничтожить вы его можете просто кликнуть на него и сломав, и также на эту воронку также просто кликнув и сломав. Все очень просто. Но, ребята, вы можете устанавливать больше роботов. То есть вы можете установить и 2 робота, и 3 робота, и 10 роботов, и 20 роботов. Но главное не переусердствовать, потому что чем больше роботов вы устанавливаете, то больше лагов у вас будет в Майнкрафте. И это, в принципе, логично, это, в принципе, понятно, да, потому что это командные блоки, и ясно то, что командные блоки вызывают лаги. Поэтому, ребята, будьте аккуратны. Вы можете также поставить робота в любом направлении. Вы можете поставить вот туда, сюда, сюда, сюда. То есть роботы могут копать в любом направлении, и это действительно выглядит очень круто. Поэтому, ребята, в любой момент вы можете поставить одного робота вот сюда, потом поставить еще одного робота вот сюда. Вот так. Взять уголь и, допустим, запустить изначально вот этого робота. Вот так. Ну, потом еще одного робота запустить.
и он будет отставать от него на 3 вот этих ряда блоков. То есть этот выкопал 3, он только начал копать вот эти 3. Он приступил к следующим 3 блокам, рядам вот этих блоков. И потом за ним, конечно же, вот этот. И вы можете запустить так 3 вот этих робота и уйти себе гулять на улицу. Прийти через там 3 часа, и у вас будет туннель длиной там в 1000 метров, да? Только мне кажется, то, что он занимает много времени, ну, где-то 2-3 минуты, чтобы ну, как вам сказать, нормально. Также под этими сундучками вы можете сделать еще одну воронку, под этой воронкой можете поставить еще один сундучок и сделать такое бесконечное число сундуков, чтобы ресурсы всегда, чтобы всегда было место для того, чтобы складывать ресурсы. И видите, ребята, то, что это очень даже замечательно. Роботы копают, вы отдыхаете. Да, но это еще не все, потому что, знаете что, мы сделаем эксперимент. Мы спустимся вниз и посмотрим, что же у нас будет вот тут. Что же у нас будет на самой низкой высоте в Майнкрафте, там, где существует уже только бедрок. Да, ребята, а где бедрок у нас существует? Бедрок у нас существует уже вот тут. Поэтому вы можете поставить сюда. Да, вы меня правильно поняли, уже, наверное, многие догадались. Кто догадался, тот большой умниц. Умница, да? Как вы видите, копни. Наш робот может копать даже бедрок. Но создатель этой команды продумал это. Бедрок вы не получаете. Робот у нас настолько мощный нафиг, настолько крутой, то, что он может даже ломать бедрок. Да, ему вообще ничто не помеха. Он не тонет в воде, он не горит в лаве. Он может копать бедрок, но, как обычно, бедрок вы получать не будете, потому что это было бы слишком читерно, если бы даже вот этот робот копал за вас бедрок и выдавал вам вот этот бедрок. Это было бы чересчур. Но, как видите, этот робот успешно справляется со своей работой, и когда вы его уничтожаете, вы получаете свое яйцо спавна. Поэтому, если вам, например, надоело копать вот тут, вы можете его сломать в любой момент, забрать яйцо, полететь, например, на какую-то другую любую высоту, поставить, допустим, одну вагонетку на высоте 13, потом одну вагонетку на высоте там 14, одну вагонетку на высоте 15. То есть захватить вот эти все уровни, где есть возможность спавна, конечно же, алмазов. Поэтому, ребята, за вас будет делать все вот этот робот-умница. И это действительно так, потому что смотрите, как это все круто выглядит. И он это все, они это все выкопали за сколько? 20 метров туннеля за 2 минуты, если даже не меньше. Офигеть, ребята, офигеть. Это действительно, ребята, очень даже круто. Но, как видите, когда у нас тут образуется какая-то яма, да, допустим, шахта, вот так сгенерировалась, то, что тут есть яма, и вы не хотите, чтобы ваш робот продолжал копать вот тут, то вы обычным путем подходите, вот так забираете яйцо спавна, потом делаете вот тут дорожку такую, вот, допустим, как-то вот так, ставите сюда обратно робота. Ставите робота, кидаете уголь, вот так, не цветочек, хотя цветочек у робота вы также можете подарить. Вы ему сделали путь, и он дальше может копать на вот этой высоте и не проваливаться вниз, потому что, ну, шахты могут быть так сгенерированы, то, что могут быть какие-то разъемы, да, расщелины и многое другое. Это, ребята, в природе даже так, поэтому в Майнкрафте, конечно, вот так будет. Поэтому, ребята, я очень надеюсь, то, что вам понравилась вот эта серия, потому что команда, вот такая команда, о, какая команда. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы влепите прям большущий палец вверх. Если вы хотите больше вот таких крутых команд, если вы хотите больше познавать мир Майнкрафта, если вы просто-напросто хотите, чтобы я для вас, ребята, выпускал больше видео, просто поставьте лайк. Если мы с вами сможем набрать 2500 лайков, то я завтра же выпущу новую серию рубрики без модов. Я вам обещаю, серии будут выходить каждый день. Все, что вам нужно, это просто, ребята, поставить лайк. Мне действительно будет это прям очень как приятно. Прям о, как приятно. Поэтому, ребята, действительно, не забываем ставить лайки, не забываем подписываться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я также буду всех рад приветствовать нашей большой и дружной семье подписчиков, ребята. И также делитесь этим видео со своими друзьями, репостите его ВКонтакте, чтобы больше людей узнало, что мы же можем делать в Майнкрафте. Не только выживать в ванильном обычном Майнкрафте, а также создавать различные команды. Поэтому, ребята, всем... Ой, что-то не то нажал. Поэтому всем спасибо за просмотр. Приходите на мой канал завтра, потому что видео выходят каждый день. И каждый день я вас жду на моем канале. Я всегда буду рад вас тут видеть. Ребята, еще раз большое вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.